Дарин, ну как тебе, нормально? Да оторвись уже от своего телефона! Что ты хочешь? Ну как я выгляжу? Просто я очень переживаю, если придет одета красавна, я должна выглядеть на все 100. Нормально ты выглядишь? У тебя все? Ну, Дарин, ну я серьезно обращаюсь. Ну, пожалуйста, скажи, может это поправить, перезаплести, может подкрасить что-то надо? Да красиво все. Ты сидишь перед зеркалом. Ты что, себя не видишь, что ли? Ну, я-то в зеркало смотрю, но мне интересно твое мнение. Хорошо ты выглядишь. Отойди от зеркала и оставь меня в покое. Ой, только сама с собой любуешься. Как другим помочь, так ты не можешь. Только селфи свое умеешь делать. Нет, а то Дарина мне ничего не хочет сказать. Ну, как на меня очень классно. Звездочка, садись. Дарина, что ты подруге помочь не можешь, что ли? Да она целый час от зеркала не может никак отойти. Я ей отвечаю. Да ничего ты мне не отвечала. Как это я не отвечала? Отвечала. Не отвечала. А я тебя спрашивала. А где-то красавна, я ей отвечала. Я тебе отвечала. Не отвечала, а я тебя просила. Отвечала! Отвечала, не отвечала, отвечала, не отвечала. Не пойму, в чем проблема. Выходите на зарядку. Прям настроение мне портите. Ну что, с разминки? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь прокладочка. Спинка ровная. Ножку тянем. Раз, два, три, четыре. Голова вверх. Три, четыре. Следующим занятием будем с книжками учиться ходить. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь надо попробовать повернуться и не упасть. Вот так. Получилось? Да. Или вы не файн? Нет. Ну, подождите меня. А ну. Молодцы. Ну, теперь еще чуть-чуть зарядочку, потому что что-то я даже не задышалась еще, да? Наклончики чуть поделаем. Раз, два, раз, два, раз, два. Ручку тянем. Раз, два, раз, два, раз, два. И наклончики вперед. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ножки не сгибаем. Раз, два. И наши любимые посыпались денежки. Все-таки мальчик, это вот, ты лучше себя ведешь, чувствуешь сразу лучше, он ухаживает, задерживается, что ли. А ты такая самая, я вот опоздал немножко. Ну ничего, что опоздал. Заходи давай, падай на свое место, то скучно нам. А деточка, у меня для вас есть кое-что вкусненькое. Вкусненькая, это я люблю. Да вам стрелы, вставай. А где такая сама? Это вам конфеты заграничные. Заграничные? Вот как имя у меня заграничное. Спасибо, Ромео. Смотрите, кокосики. Как мы делали. Это наслаждение. Ой, Ромео, это люблю. И еще у меня есть чем заняться на этом уроке. Что, опять карты принес? Нет, не карты, а кое-что лучше. Кое-что лучше. Ты что, игра какая-то? Ну, показывай быстрее. Ты меня заинтриговал уже. Давай, доставай. Вот. И что там? Это 3D-ручка. А ты умеешь пользоваться? Нет, я еще не открывал даже. Я знаю, что 3D, это значит, что-то можно объемное делать. Ага, да. Да? Ну, давайте, может, попробуем сделать кольцо мне? Ой, забыла колечки сегодня свои.
Иди, Ромео, к себе. И начинай, буду конфетку. Ух ты, какая куча инструкций, как всегда. А можно я к ним подойду? Иди, помогу. А это рисунок. Да, это что рисовать? Так, это на чем рисовать? Так, а это сама ручка. Так, а как это? Фонарики. Ух ты шка. Ой, смотри. Это инструкция, наверное? Нет, это чтобы сделать. Да, это можно положить эту штуку, смотри, сюда. Нет, мы же колечко делаем. Ну давайте сделаем кольцо. Ну что, вы там хоть разобрались уже, как делать? Ой, так светится красиво. Ромео, постарайся сделать красивое колечко. Будь не на память. Да, мы чуть-чуть разобрались. Вот. Можно давить? Так, тут какая-то пробка, что есть. Стойте, а вот, может, вот больше. Так это фонарик включает. А это откручивается? Так, это же... Это непонятно. А ну да, нет. Не, поменьше, она ж маленькая. Не давится. Можете его открутить? Так оно же должно быть. Так, это щубик специальный. И для этого есть инструкция. Ну что? Давай инструкцию. Она сегодня на английском что-то. Была, я видела. Где, куда вы? Улетел. Дальше инструкция. Не понятно. Так, смотрим. Да, нужно откручивать. Ребята, ну что так долго? Ну давайте, может, мне уже разобраться, раз вы не можете. Да, разобрались. Тут только мало пасты очень. Да. Засыхает быстро. Надо быстро. Теперь нарисуем цветочек. Цветочек? Так это же на кольцо, как она его одевает будет. Ну так. Ну, давай, девочка, мне лучше знать, как это делать. Сам... Давайте. Делайте кольцо. А, я понял, как это цветочек. Вам понять придется тогда, что цветочка берет. Хотя мы нарисуем сердечко. Сердечко. Давай, ты первый. Хорошо. Оно засыхает. Оно засыхает. Стоп. Надо быстро это все. Очень тяжело нажимать. Давай ты попробуешь, Катя. Я не очень неудобно. Нужна мужская сила. Сердечко мне должно рисовать. Не ведется она. Дайте ей. А ну ты как? У вас не выходит совсем. У меня хоть кольцо вышло. Отсюда рисуй. У меня хоть кольцо вышло. Ну если бы я по трафарету рисовала, у меня бы тоже бы все получилось. Ну давайте роднее рисуй. Ну что это за кольцо такое выходит? Да, Рома, ерунду какую-то принес и хочешь, чтобы мы нормально сделали. Да, Рома. Конечно, ручку ты принес ужасную. Девочка, это мне в посылке прислали. Видно, прислали то, что не нужно было. Ну когда кольцо готово будет? Я скучала. Лучше в карты давайте играть. Ну прям, ну дубот, а не урок. Сейчас, где-то касала, уже получается, тут немножко осталось. Ну надеюсь, кольцо-то хоть красивое получится. Сижу здесь, скукота, жара, время на вас трачу. Лучше бы игру какую-то принесли. Не нервничайте, мы уже заканчиваем. Еще чуть-чуть осталось. И конфеты мне уже не лезут. Ну когда вы закончите это кольцо? А если вы их уже не можете съесть, а можно мы их съедим? Иди, бери. Вот досидели, ты же звонок прозвенел. Где ваше кольцо? Да, все, Деда Красан, мы уже сделали. Смотрите. Ты что, кольцо? Да. Ни на какой палец его надевать. Это что, кольцо для мыши? Целый урок сидела, ждала. Мучилась здесь. Забирай, не буду я такое носить. До свидания. В следующий раз не приносите такую ерунду. А ей не понравилось. Виноват. Ну откуда я мог знать? Да ничего, зато конфетки оставь.